вы супер, вы мне так нравитесь. Вы знаете, что вы мне очень нравитесь? Я даже не знаю, спрашивать буду, спрашивать. Такой, таких прекрасных ребят. Ребят, скажите, а вот мне, Яшке, вот можно мне гулять, веселиться, ничего не делать, уроки мне учить, а оценки классные получать? Нет, если не научишься, денег не будет. Если не научишься, денег не будет. Да. Ну, а ты как считаешь, можно мне гулять, ничего не делать, а оценки в школе классные получать? Нет. Нельзя. А ты как думаешь? Нет. Нельзя. А ты как считаешь? Нет. Вижу, что нельзя по глазам. Ей даже меня жалко. Маш, как ты? Я вот, Яшка, с детьми согласна. А посмотри на зверей. Если они хотят пищу и жилье, они трудятся для этого. И чтобы быть успешным, тоже нужно трудиться. Ребят, ну давайте, я соглашусь с вами, ладно. Научите меня, как это быть трудолюбивым. Я думаю, что мне в учебе это пригодится. Ребята, научим Яшку быть трудолюбивым. Но а вы нам об этом покажете, расскажете? Я буду внимательно слушать и смотреть. Большое выносливое животное на земле может не спать 3 месяца, не есть 8 месяцев, не дышать до 2 часов. Кто это? Нет. Подскажет, он живет в воде. Кит, правильно. Кто может за одну ночь прорыть тоннель до 76 метров? Крот. На первый взгляд это животное кажется неуклюжим, но может перепрыгнуть забор более 2 метров. Он быстро скачет галопом и прекрасно плавает. Любимый великан Беларуси. Зубр? Кто сказал? Молодцы. Говорите смелее, громче. С помощью когтей эти всеядные животные прекрасно лазают по деревьям, роют берлоги и охотятся. Медведь. Самая быстрая птица в мире. Сокол, молодец. Эти животные имеют 2 бивня и приспосабливаются больше работать правым или левым бивнем. Поэтому, как и человек, это животное может быть правшой или левшой. Слон. Это животное называют кораблем пустыни. Оно может переносить очень тяжелые грузы. Я пушистая зверушка. Кисточки ношу на ушках. Прячу семена в дупле. Там же сплю зимой в тепле. Кто это? Шею длинную имею, но об этом не жалею. Листья, почки и ростки достаю на 1, 2, 3, умнички. Чтобы сделать 1 килограмм меда, она должна облететь 2 миллиона цветков. Спасибо, вы помогли нам отгадать. И вот, кто может прочитать ключевое слово? Трудолюбие. Сейчас наши детки споют песенку про трудолюбие. Mm-hmm.